И дан старт финалу Д чемпионата России 2017 года. И у нас борьба на трассе. Маршал, внимательный. Давай. Спасибо, Мишань, красавчик. Итак, у нас с первого места Тимощенко Олег. Сразу захватил лидерство в этом заезде. У него падает экстрей, прыгает сейчас трамплин. Борьба номер один. Итак, Олег первый круг проехал на нашей трассе. Так, Маргарита Салуцкая только проехала свой первый круг. Все модели проехали уже по кругу на нашей трассе. Модели прямо аккуратней. Макс Малышка не нервничай. Минута 0,5 заезда. Входит на трассе Тимощенко Олег, Семенов Кирилл, Спиригонов Виктор, Сусульков Никита, Сушков Максим, Анташан Максим, Анташан Ксения, Малышка Максим, Таоскина Маргарита. У нас Спиридонов вырвался на вторую позицию, за ним Анташан, Сушков, Костыльков. Ошибается у нас лидер на засечке. Упорная борьба за седьмое место между Малышкой Максимом, Анташан Ксенией и Старовской Маргарите. Три модели едут в двух секундах. Тимощенко Олег уверенно лидирует, за ним Спиридонов, Анташан Максим, Костыльков Никита. Модели затечки попроще, пожалуйста. Спасибо. Максим нас вырвался на седьмую позицию. Ну, вначале у нас все без изменений. Тимощенко Олег, Спиридонов Витя, Монташан Максим, Соликов Никита, Семенов Кирилл. 1 минута до конца заезда. Миш, еще одна модель. Спасибо. Анташан Максим вырвался на вторую позицию, за ним Спиридонов Витя в двух секундах. Финал С готовится к заезду, финал С. Итак, 25 секунд у нас до конца этого заезда. Лидер Тимощенко Олег, далее Макс Анташан, Витя Спиридонов. Десять секунд до конца гонки.
Влад сзади. Итак, контрольное время. Модель принимается на финиш. Итак, Тимошенко Олег финиш. Победитель этого финального заезда. Кирилл Семенов пятый финиш. Максим Монташан финиш второй. Молодец, Макс. Никита Костыльков третий финиш. Максим Монташан Ксения финиш. Макс, замолчи. Максим, малышка. Подойди, пожалуйста, судейскую. Итак, заезд завершен.